представьте себе, конец прошлого столетия. На троне королева Виктория, Англия повелительница мод. Не слышно даже отдаленного грома мировых войн. Знаменитая английская актриса Патрик Кэмпбелл на вершине славы. Пока малоизвестный вегетарианец, музыкальный и театральный критик Джордж Бернард Шоу расстается со своей профессией и начинает писать одну пьесу за другой. Но, увы, пока они не имеют успеха, успех пришел позже. Мисс Патт, как ее звала публика, умерла на юге Франции в 1940 году. После ее смерти остались все эти письма. Она их хранила в старой шляпной коробке. Англичанка, которая похоронила ее, бросила все, но довезла эту коробку до Англии ровно за 5 дней до того, как немцы взяли Париж. Когда Шоу услышал, что она умерла, он написал: «Все почувствовали облегчение. И прежде всего, наверное, она сама. Ведь она не умела жить с невыдуманными людьми в невыдуманном мире. И все же это была настоящая волшебница, и заодно со всеми она околдовала и меня. И вот нельзя не вспомнить об этом колдовстве, описанном в сотнях писем, в которых много личного, много тем о сложной борьбе в искусстве, и в которых большая дружба на всю жизнь. Эти письма много лет подряд они посылали и возвращали друг другу, часто из-за них ссорились, но, как ни странно, их свято хоронили». Об этом же здесь написано. Начнем, мистер Шоу? Пожалуйста, миссис Кэмпбелл. «13 апреля 1899 года. Дорогая миссис Патрик Кэмпбелл, мы сняли этот домик только до 14 мая, поэтому приезжайте поскорее. Миссис Шоу будет очень рада вас видеть. Овощи взяли верх над своими хулителями. Мне все время твердили, что еда без мяса так непитательна, что сломанные кости моей ноги никогда не срастутся. Я только что сделал рентгеновский снимок и, ура, узрел там такую прелестную, беленькую, сросшуюся косточку, что тут же распорядился в случае моей смерти сделать из нее распялку для перчаток и послать вам на память. Да, я видел вашу последнюю фотографию, она, конечно, очаровательна, но знаете что? Я бы снял вас в постели, конечно, на сцене. Приговариваю, нельзя же так дразнить судьбу. Красивых людей, в конце концов, сколько хочешь. Но попробуйте вы найти у них в голове хоть талику серого вещества, чтобы замазать им швы, оставленные иглой драматурга. А вот вы умеете прятать белые нитки, оставленные автором? Это настоящий дар Божий. Я надеюсь, что вы сможете приехать. Искренне ваш Джордж Бернард Шоу. 21 апреля 1899 года, Кенсингтон-сквер, Лондон. Дорогой мистер Шоу, я теперь трепещу при виде своих фотографий. Пришла пора морщин и вторых подбородков. Да поможет мне Бог, как и всему женскому роду. Боюсь, что я не смогу принять вашего приглашения. Я где-то растеряла своих детей, они нагрянут не сегодня-завтра и помешают мне заключить контракт на гастроли в Америку. 20 недель по столько же долларов в минуту. Мне предложили сыграть в замечательной сказке Ростана. Хорошо, если вы перевели ее для нас. Сообщите, как вы на это смотрите. Спасибо, что вы заставляете нас улыбаться. И да простит вам Бог те безвкусные литературные проказы, от которых у нас мурашки бегают по коже. Искренне ваша, Беатриса Стелла Кэмпбелл. Дорогая миссис Патрик Кэмпбелл, не думаю, чтобы мне стоило совать нос в это сказочное предприятие Ростана. Нет, не обездоливайте своих современников. Обратитесь к кому-нибудь из восходящих светил. Я слишком стар для таких затей. Джордж Бернард Шоу.
Прошло 4 месяца нового века, и моего мужа убили на войне в Южной Африке. Мы были женаты 16 лет. И оставшись одна, я почувствовала мучительное одиночество. Единственным спасением была работа. И в том же году я сыграл в новом спектакле. Дорогая миссис Патрик Кэмпбелл, я наконец-то достал билет на ваш спектакль. Да, это большое событие. И то, что он сопровождался музыкой Хендли, его даже украшает. Правда, мне кажется, что хор «Аллилуйя» не мешало бы окунуть в кипяток. И кроме того, право же, неестественно, что ваш партнер умирал без посторонней помощи. Не зря же он глохтал перед смертью, как Отелло, с перерезанной глоткой. Но все это мелочи. Впечатление было потрясающее. С искренним восторгом Джордж Бернард Шоу. Спектакли попеременно шли в Англии, в Америке. И миновало много лет, прежде чем я снова получила письмо от мистера Шоу. Дети мои выросли, уже поженились. Сын Бео в 1909, а дочь Стелла в 1911 году. А я в это время выпускал пьесу за пьесой. Моя пьеса, первая пьеса Фанни, прошла около 600 раз, имела оглушительный успех и начала давать такие деньги, о которых я раньше не мог мечтать. И вот после премьеры я всерьез сел работать над пьесой, которую давно задумал для миссис Кэмпбелл. «Пигмальон». В начале 1911 года она была закончена. Дорогая миссис Кэмпбелл, оказывается, вы вернулись из Америки. Я буду в ваших краях завтра, в середине дня. И можно мне к вам забежать, выпить чаю? Не успел я помниться, как раздался звонок в парадном, и он бежал в гостиную. И вот я уже сижу и слушаю его новую пьесу, корчась от того противного жаргона, на котором изъясняется его Элиза. Кончив читать, он заявил, что написал эту пьесу для меня, и тут же удалился. Мне хотелось поблагодарить его, но я боялась проявить слишком большой интерес, я написала ему. Дорогой мистер Шоу, но прежде всего мне хочется сказать вам спасибо за то, что вы прочли мне свою новую пьесу и думаете, будто я могу сыграть вашу хорошенькую уличную цветочницу. Не уверена, что я вам понравлюсь. Признаюсь, однако, мне было очень приятно так неожиданно увидеть вас, Стелла. Стелла, я очень боялась, что вы сразу догадаетесь, но я не знал, как заставить вас дослушать пьесу до конца. Когда же вы о ней нелестно отозвались, я понял, что всему конец, и что вы никогда не станете моей маленькой цветочницей. Я же ничего не сказала. Ну, конечно, я сразу догадалась. Но разве вы не помните, когда вы кончили читать первую картину, я же встала и сказала вам, нахал, вы написали это для меня, каждую реплику. Слышу, как вы меня передразниваете. Вот все, что я сказала. Но если вы серьезно перейдете к делу и объясните, где, когда и с кем это надо играть? Может быть, в один прекрасный день я и сыграю вашу хорошенькую девчонку. Ну ладно, нечего там. Приходите. И он пришел. В один из чудесных июньских вечеров. С улыбкой в глазах и с договором в кармане. А когда он ушел, я почувствовала, что наша дружба крепнет слишком стремительно. Получив его следующее письмо, я в этом уже не сомневалась. Я ведь его поймала на том, что мне хотел подсунуть его под дверь. Но вы же знали, что это случится. Я спокойно шел к вам, бесчувственный как чурбан, чтобы поговорить о деле и провалиться мне в тартарары. Если я не влюбился в вас, как полоумный, в первую же минуту. И вы думаете, это сразу прошло? Нет. Это длилось 1,5 суток. Я витал в облаках. Я ходил, как одержимый, весь следующий день до вечера, словно мне нет и 20. Ну, он же не 20. А театр не шутка, а дело, и очень серьезное дело. Если я смогу, повторяюсь, я смогу сколотить нужную для этой пьесы труппу, я сыграю вашу хорошенькую уличную девчонку. Большего я пока не обещаю.
Что касается облаков, их можно вывернуть наизнанку, и тогда неизвестно, кто где витает. Ну что ж, по-деловому так по-деловому. Но придется обнародовать потрясающую вещь. Что вы покорили меня и сделали рабом своего театра. Вот видите, как неприятно иметь со мной дело. Не успеет это письмо до вас дойти, как ваши помыслы будут известны всем, да еще в романтическом ореоле. Но если уж нечего будет скрывать, извольте играть честно. И берегитесь. Я всегда играю честно и не прячу карт в рукаве. Это ваша манера. Я как раз буду в этих краях. Какая тонкая уловка. Вполне достойная военная хитрость. Что с вами? Вы боитесь отдать свое сердце не раскаявшемуся социалисту и драматургу, как он отдал вам свое? Или, может быть, вы просто боитесь влюбиться? Беатриса Уэбб права. Вы леший. Разве можно влюбиться в черта? Приходите в пятницу. Мы будем одни. Если Стелла задумала вас покорить, сдавайтесь немедленно. Я был бы последним подлецом, если бы стал отрицать, что вы необыкновенная женщина, или что ваши чары не погрузили меня в блаженное небытие на целых 12 часов. Ближе к делу, мистер Шоу. Я начала переговоры об аренде театра, сообщила всем, что набираю труппу и собираюсь играть Элизу мистера Шоу. Вы прошли в газетах. Не знаю, кто будет моим партнером и сыграет Хенри Хиггинса. А, неважно, кого-нибудь найдем. Прекраснейший из смертных. Я, конечно, прочел об этом в газетах, но я буду вести себя, как последняя свинья. У меня ужасно болит голова, и меня надо пожалеть. Не завидую вашему зубному врачу. Вот кому, наверное, тяжело приходится. Он же не может вас не любить. И все же он вынужден мучить вас намеренно по всем правилам науки. Я бы, кажется, предпочел всадить себе в сердце нож и спустить дух у ваших ног, а между тем я сейчас вырву половину ваших зубов, и притом без всякого наркоза. Ну-с, в руки берет перо профессиональный писатель. Внимайте его словам, Стелла, звезда моя. Ничто так не явствует из движений светил, как полный ваш провал, если вы вздумаете ставить спектакль по однозвездной системе. Ничто не спасет вас, даже мой гений, в соединении с вашим. И сотвори Бог мужчину и женщину. А ваш зритель, больше чем наполовину женщина, он не в состоянии удовлетворить их тоску по мужскому идеалу. Разве может быть идеалом жалкий заморож с нищенским заработком, которому не место на сцене? Вы что, хотите быть второй Дузе? Поставьте Пигмалиона с дешевым Хиггинсом, и лично вы будете иметь потрясающий успех, но сборы не превысят и 200 фунтов. Через несколько недель дела примут угрожающий оборот, вы начнете меня избегать, вы просадите все до последнего гроша, вам придется снять спектакль. А что вам останется потом? Гастроли в Америке со всеми их ужасами? Провинция или уход со сцены? Но где мне вам найти настоящего партнера? Нет, я понимаю, что вы привыкли играть рядом со всякими ничтожествами, с ними покойнее, а в постановочных пьесах они даже на своем месте. Но в моих пьесах надо играть всем. Играть по-настоящему, кто может вас дополнить? Эд Стелл, мне нужен Хиггинс-герой. Я не хочу вас обездоливать, но и себя тоже. Тебя не мог бы так любить, голубка, когда бы деньги, черт их побери, я не любил бы больше вас так крат. Мистер Шоу, вы просто рыжий. Пожалуй, я буду звать вас Джой, клоун Джой. Ну, будто я сама не знаю, что спектакль с двумя звездами лучше, чем с одной. А спектакль, где все роли играют звезды, зрелище для богов.
Но если вы это знаете, зачем же вы упрямитесь? Я не упрямлюсь. Если вам все равно, приятно ли мне будет работать, другим не все равно. Джеймс Барри написал для меня пьесу, и Чарльз Фроман предлагает мне целое состояние, если повезу я в Америку. Знаю. Стелла, я все это знаю, но умоляю вас, раз в жизни, будьте вы благоразумны. Не желаю быть благоразумным. Противно торговаться с вами, как на рынке. Но если Хенри Хиггинс более важная роль, чем Элиза, ну договорить с каким-то знаменитым актером, обойдись без меня. Стелла, не говорите глупостей. Вы всеми признанная звезда, и по существу вы ветеран сцены. И вашим партнером должна быть другая всеми признанная звезда. Ветеран? Да как вы смеете? Нет, я не ветеран. Что же я? Русак, когда-то взявший приз на дерби, теперь пущенный на подножный корм. Ветеран! Ты можешь подумать, что я ношу фальшивую косу, стеклянный глаз или деревяшку вместо ноги. Извините! Волосы у меня пока что свои, глаза тоже, и на ноги мне жаловаться не приходится. Мне 39, и не на день больше. Конечно, у меня есть дочь 28 лет от роду. Ну и что? В Индии это никого бы не удивило. Вы кончили? Нет, не кончила. Мне вчера сказали, что вы заставляете играть меня Элизу только для того, чтобы поиздеваться надо мной. Чтоб все говорили, ой, смех. Ну, смех. Она играет молоденькую девчонку. Посмотрим, кто будет смеяться последним. Да и кому нужна ваша идиотская пьеса, если я не буду играть Элизу? А вы, наверное, хотите знать, каково финансовое положение этой антрепризы? В каком помещении пойдет спектакль? Не беспокойтесь, все будет вам доложено. Пожалуйста, поменьше болтайте. А я не желаю, чтобы мне об этом докладывали. Я художник и не разбираюсь в денежных делах. Я написал пьесу, чтобы в ней была моя Элиза. Вы! И никакая другая. Мне нужна моя Элиза. И для моей Элизы мне необходим настоящий Хиггинс. Я не желаю слушать никаких возражений. Я вот так сяду и буду сидеть, и завою. И могу так выть 20 лет не переставая, только все громче и громче. Я ни на чем не настаиваю, но пусть все будет по-моему. Родненькой. Ну, ну что же это за письмо? Я назвала вас родненькой, потому что, дорогой мистер Шоу, пустые слова. А родненькая означает самый дорогой. А самый дорогой человек, его ум, его манера говорить. Такой человек, как вы, такой ум, как ваш, и такая манера говорить, как ваш. Мне ужасно хочется скорее начать работать. Я назначила первую репетицию на 1 сентября. 1 сентября? Вот 1 сентября меня вполне устраивает. Наши друзья уже начинают злословить. Я утопаю в намеках и сплетнях, как Монблан в снегу. В понедельник вечером мы с женой были в гостях у Джеймса Барри. В 11 я собрался домой. И вдруг Барри спросил меня на своем тягучем шотландском жаргоне. Сегодня ночью вы опять встречаетесь с миссис Кэмпбелл. Вот эти какие непристойности я навлекаю на вашу голову. Ну, а сейчас я пойду к моей жене Шарлотте и прочту ей это письмо. Мои любовные истории ужасно развлекают. Ну и кроме того, мне необходима аудитория. Простите это богохульство, но голова у меня болит, и поэтому характер становится несносным. Стелла. Да? Репетиции с 1 сентября. 1 сентября. Ну им не суждено было начаться, по крайней мере, тогда. Через несколько недель, вскоре после моего отъезда на отдых в Европу, Стелла попала в ужасную автомобильную катастрофу, которая разом нарушила все наши планы и не позволила ей играть целый год.
Она ехала на такси в Альбертхолл, держа на руках очередного китайского мопса. Ту собачку звали Джорджини. Боюсь, что я не смогу играть больше Беладонну. Спектакль придется снять. Элизу, увы, тоже. Мейстрич просил меня написать вам, что вы позволили взять ей Элизу на юг Франции, где я буду лечиться. Мы с ней будем читать пьесу, которую никто теперь никогда не увидит, и будем держать ее в секрете. Пишите, чтобы я скорее выздоровела. Но одного письма в день будет мало. Отель Дюрюси, Бавария. 13 августа 1912 года. Стелла. Все северные ветры поют наперебой те тысячи писем, которые я написал вам этим летом. Ну, конечно, я пришлю вам гранки пик Мальона, но предупреждаю вас. Стоит вам прочесть его еще раз, и вы пропали. Если вы почему-нибудь уедете из Франции до конца месяца, дайте мне знать, Шарлотта останется здесь все время. Она жадно глотает разреженный воздух, а ее сестра барахтается в грязи по 5 марок за каждый глоток и каждое барахтание. Кстати, ни та, ни другая абсолютно ничем не больны, но одной хочется похудеть, а другой пополнеть, поэтому обе прикинулись астматичками и лечатся. Я тоже лечился этой водой. Выпил 1 стакан, мне этого хватит на всю жизнь. Ах, какая жалость, что я не с вами. Но мне и сидеть-то позволяют не больше часу в день. Здесь поразительно красиво, когда мне удается взглянуть в окно и посмотреть на город. Но публика, разодетые дамы в жемчугах, с кровавыми ногтями и сургучным ртом вызывает у меня дрожь. Я раньше никогда не бывала на модных курортах. Все меня здесь немножко поражает. Да, смейся, и весь мир смеется с тобой. Стоит тебе заболеть, и ты в постели одна. Может быть, когда-нибудь, если будете очень послушны, будете себя хорошо вести на репетициях, я напишу вам настоящее любовное письмо. Святая наивность. Да разве раньше вы мне писали что-нибудь другое? Ах, как бы я тоже хотел, чтобы вы были со мной. Вы бы, наверное, уберегли меня от того компота, в который я вчера попал. Словом, в маленьком городишке, в милях, в 20 от французской границы. Моя машина надорвала себе, ну, какой-то очень важный орган. Мечтая о тишине и о том, чтобы меня ненароком не переехали, я зашел в парикмахерскую, забыв, что постригся только вчера, и вот теперь меня обкарнали так, что я почти лысый. До меня дошло, что со мной происходит, только когда цирюльник принялся за мои брови, приняв их почему-то за дополнительные усы. Короче, я сейчас острижен наголо, как фокстерьер, и не смогу испытывать любовные истомы еще целых 12 минут. Да, если в собой светит солнце, вы часто едете на машине, попросите у шофера смазочного масла и вотрите его себе в физиономию, потому что иначе она начнет шелушиться. Лично я употребляю питательный крем, но машинное масло дешевле и ничуть не меньше помогает. Ну, за что вам дан такой ум? Вы его не заслуживаете. Да, и не такой уж это ум, а просто жизнерадостность и ехидство. А мне вот не хватает вашей жизнерадостности и любимого ирландского акцента, который, наверное, был у змея, иначе я его ни за что бы не заметила яблоко. Конечно, бы его не съела. Ой, сделайте что-нибудь. И поскорей, я совсем пропаду. Я так больна. Ну, пожалуйста. Глупости. Я никогда не потворствую болезням. Мама моя больна, жена моя больна, я репетирую одновременно 2 пьесы, и если половина земного шара провалится в преисподнюю, я буду только злорадно хохотать. Нет уж, лучше это вы. Встаньте и утешьте меня. Ну что ж, дорогой мой, я вас утешу. Вчера меня посетил Джеймс Барри, знаменитый драматург нашего времени, ваш сосед.
Чьи, однако, на их пьесы, правда, пользуются успехом. И не буду вас обманывать. Он смотрел на меня без всякого отвращения. Приезжайте. Я очень соскучилась по вас. И по Элизе тоже. Я ближе к тебе, о богине, на целых 120 миль. И странно, я почему-то раньше не бывал никогда в Орлеане. И вот здесь мне захотелось написать пьесу о Жанне д'Арк. Она будет начинаться с того, как с площади выметают золу после ее сожжения, и как она восходит на небо. В одной из сцен Шекспир и Вольтер, чтобы с ней не встретиться, будут улепетывать в разные стороны. Хотите сыграть Жанну? Вы въедете на сцену в сверкающих доспехах и будете сражаться с огромным стадом статистов. Ваши письма – веселый хоровод слов. Как мне на них отвечать моими причитаниями? Ну, будьте снисходительны. Вот уже 12 лет, как я вдова, 4 дня, как я бабушка. И только несколько недель тому назад чуть не приказал долго жить. А вокруг вас столько знаменитых дам, святая Жанна и прочие компании. Если вы в понедельник или во вторник приедете, приходите, навестите меня, посмешите. Может, я и в самом деле поверю, что выздоравливать мне стоит. Увы, дорогая, ни в понедельник, ни во вторник я никак не смогу к вам добраться. Мне нужно непременно съездить в Ливерпуль и провести с ними хотя бы еще одну репетицию Цезаря и Клеопатры. Генеральная прошла чудовищно. Такой бессмыслицы в мизансценах и такого вранья в тексте я еще никогда не видывал. По-моему, лучшее место в спектакле – это когда Клеопатра во время сцены в тюрьме воскликнула: как темно и как тоскливо. И вы знаете, она это сказала так искренне, что осветитель ее пожалел и дал на сцену полный свет. Ох, милый вы мой, ну теперь уж делать нечего. Придется принимать вас и любить вас таким, какой вы есть. Ну и бог, когда вы были маленькой, кто-то хоть один раз должен был крикнуть вам «Циц!». Моя беломраморная Мадонна, все, что со мной произошло в детстве, было непреднамеренно. Меня не баловали и мне не помогали. Но никто не мешал мне, по мере моих сил, открывать чудеса мироздания. Меня считали тем, кем я и был на самом деле. Противным гаденышем. Я не понимал, что я не похож на других людей и что я их хуже. Жизнь показала, на что я способен. Или, вернее, на что не способны другие. Я был страшно поражен. Нет. Вы даже себе и представить не можете, до чего я был робок и скромен. Ну что вы там пишете о скромности, робости? Я сама знаю, что вы чувствительны, как девушка, и кратки, как ягненок. А тот дурной вкус, на который мы так часто жалуемся, просто особый вид кокетства. Нет, письма ваши западня. Такая же опасная западня, как ваш певучий ирландский говор. Ах, дорогая, вы правы. Покрепче зажмите уши, чтобы он вас не смущал, этот болтливый ирландский лжец и лицедей. Он наполнит свое вечное перо кровью вашего сердца и продаст театру ваши самые святые чувства. Непременно продаст. Он же пишущая и говорящая машина, которая работает вот уже скоро 40 лет, и дьявольски набила себе руку. Конечно, я должен был вас предупредить об этом. Но я полагал, что седина и 56 лет от роду делает всякую любовную игру бессмысленной, смехотворной. Но теперь уже слишком поздно. Да, мой милый лжец. Есть такая игра. Тихонько, шаг за шагом. Так случилось со мной. Конечно, вы не думаете, будто я верю, что тогда первый раз вы пришли, потому что интересовала вас я сама. Нет. Мне было ясно, что вас интересует только Элиза. Но мне понравилось, какой вы деловитый. И вся эта ваша ни на что не похожая прелесть.
Я не сказала вам «поцелуйте меня», потому что жизнь слишком коротка для того поцелуя, которого жаждет душа моя. А потом вы всегда так торопились к чаю, к обеду, к Шарлотте. Ну, посмотрите мне молча в глаза. 2 минуты, если осмелитесь. И на сколько часов после этого вы опоздаете к обеду? Если бы я мог молча глядеть в ваши глаза 2 минуты, молчать 2 минуты, когда у тебя есть хоть один слушатель, невозможно. Я бы увидел райские кущи. А, по-моему, вы уже выздоравливаете. Я слышу звонкую ноту в голосе. Я вижу блеск в глазах. Сильная, смелая Стелла опять восстала к жизни. Стелла. Кто ж она такая? Это Стелла. Женщина. Но разве она может любить человека, для которого жизнь только повод для пьесы, а я ведь такой. Неужели она хочет прижать к груди бесчувственное дерево, ох, ее грудь? Я ведь помню, кокетка, когда она впервые пожала мне руку, она тряхнула ее, и моя кисть коснулась ее груди, низкую, бессовестную уловка. Меня охватила дрожь. В то время еще можно было заставить меня дрожать, мне было 56, я был молод и глуп. Ах, вас надо скорей! Скорее поднять с постели и вдохнуть в вас здоровье. Не то я сам лягу к вам в постель, и оба мы погибнем самым скандальным образом. На некоторые пассажи вашего письма я могу отвечать только молчанием. Ведь оно золото. Эта неделя будет у меня тяжелая. Они, наконец, собираются меня оперировать. Я даже не смогу писать. Друзьям моим советую помолиться за меня. Я рада, что мы узнали друг друга. Спокойной ночи. А вы знаете, каким размышлением я предавался, когда вы болели? Слушайте, деньги. Все видят, что у женщины деньги текут, как вода, что она ничего не зарабатывает, но все продолжают твердить, что замечать это бестактно. Такт! Вот в чем несчастье. Ну, слава богу, у меня нет ни такта, ни хорошего вкуса. Она сама сказала это, но я не богата. Я компаньон фирмы Шарлотта и компания. Сколько же я могу ей дать? Насел, зачем ты спрашиваешь? Ты же прекрасно знаешь, что решил ей дать 1000 фунтов. Ну, ты прекрасно. Положи чековую книжку в карман, ступай к ней и предложи. Мой дед говорил, что ни одна живая душа, будь то принц или нищий, не в состоянии отказаться от банковского билета в 5 фунтов, если им похрустеть у него под носом. Так, хруст-хруст. Стелла, любовь моя, если... Нет, я говорю, если... Если у вас когда-нибудь будет нужда хоть в самой малости, помните, хруст, хруст, хруст. Да не нужны мне деньги. Вот новости, ну и письмо. В жизни таких не получала. Вы лучше попросите Шарлотту, чтобы она была подобрей. Даже если она считает меня помешанной или авантюристкой. Она же может разрешить вам навестить меня, когда я так больна. Здесь нет ничего неприличного. Я умею вести себя как порядочная. Нет, лучше ее ни о чем не просить. Я стараюсь при ней не упоминать вашего имени. Вчера Шарлотта нечаянно подслушал наш телефонный разговор. И впечатление это произвело на нее ужасно. Было мучительно смотреть, когда человек так страдает. Ну, страдать, очевидно, нам всем полезно. Но почему слабые страдают больше других? И почему
нельзя дать счастье женщине, не жертвуя при этом другой. Ну и не приезжайте. Мне вчера приснилась ваша Шарлотта. Она мне ласко улыбнулась, приветливо пожала руку и сказала: я-то думала, вы райская птица, вы просто гусыня. Ужасный сон, правда? Я чуть было не выскочила из постели, не схватила такси, не помчалась. Сами знаете куда. Помните, Стелла опасная женщина. И, наконец, я стала выздоравливать. Я вернулась в Лондон и легла в лечебницу, где меня лупили кулаками по утрам, а на ночь привязывали к доске. Но в дворе стало уже двигаться. А в феврале ко мне пустили посетителей. Они пришли толпами. Всех, кого я знала в Лондоне, и даже кого я не знала. Один приходил каждый день и приносил с собой розы и смех. Джордж Корнелис Уэст. Мистер Шоу скоро заметил его частые посещения и стал вести себя в высшей степени странно. Что я слышу? Мой бес нашептывает мне, что вы собираетесь дать мне отставку. Ну, сознается, ну неужели же я и в самом деле отвергнут? А как же я? Ну как же? Значит, я больше не должен посвящать вам стихов. Правда, кажется, я никак не могу подобрать рифму к Стелла. Разве что все пело. И потом еще. Ах, какой пробел! Люблю я миссис Кэмпбелл. И Джордж мне даже нравится. Он все-таки молод, а я стар. Ну, пусть он подождет, пока вы мне не надоедите. Ну, успокойтесь, драгоценный Джой. Уж не зайдите к глупости людской. Ах вы, бедняжка. Ну, как вам не тяжело? Это ничто в сравнении с тем унижением, которое я испытываю в обществе Шарлотты. От того, что у меня нет мужа. Ну, вы тут мне помочь ничем не можете, это прекрасно понимаю. А вот Джордж может, и всерьез. Поэтому не будете ли вы любезны прийти ко мне на небольшой званый ужин, который я устрою в честь моего возвращения из лечебницы домой. Вас будут кормить яблоками, бананами, орехами. Шарлотта. Ну, Шарлотта пусть тоже приходит. Только если она перестанет относиться ко мне, как к пожилой распутнице. Скажите, а не знаете ли Шарлотта Джорджа чего-нибудь такого, чего не знаю я? Она из дракона вдруг превратилась в зеленоокую русалку. Поразительно, что она упоминает о вас без малейшего бешенства. В чем тут дело? Женский инстинкт, дорогой мой. Ну, довольна об этом. Я слышала о болезни вашей матушки. И помню, как вы мне как-то сказали, это от нее я унаследовал ум и характер, что делает ей честь. Джой, я знаю, как глубоко и нежно вы к ней привязаны. Если она нас покинет, это будет большой утратой. Мама. Да. У нее прорезался зуб мудрости, когда ей было 80, а теперь, говорят, конец. В мире все ужасно меняется. Мне только что сообщили печальную весть. Мир ее праху. У меня была мать, которая любила только Данте. И жизнь ее была полна поэзии и красоты. Когда сможете, напишите мне. Второе февраля 1913 года, ну и день. Я должен вам его описать, потому что не знаю никого, кроме вас, кто бы понимал, что такое мать. Ну, все остальное.
До сих пор не пойму, кто вы? Кто? Итальянская крестьянка или необыкновенная женщина? Во всяком случае, мать никогда не была для вас исчадием ада. Почему похороны всегда обостряют чувство юмора и подбадривают? Эти похороны прошли блестяще. Никаких погребальных изверст, никаких похоронных рож в трауре, шмыгающих носом и предающихся притворному горю. Так как никто ни о чем не знал, кроме меня, Гренвилля Баркера и хозяина похоронного бюро, и раз уж я решил не устраивать праздничные процессии с яркими флагами и радостной музыкой, полной торжествующей жизни, лучше было ограничиться обществом нас троих. Я нарочно упомянул о хозяине похоронного бюро, ведь комизм положения проявлялся прежде всего в нем. Мы с Баркером вошли в крематорий. Вскоре туда явился и гробовщик со своим катафалком, который, несмотря на мороз, торжественно шествовал похоронным шагом. Хотя мама предпочла бы двигаться побыстрее, чтобы немного согреться. Гробовщик подошел ко мне с видом человека, убитого горем. Я же с полнейшей черствостью и всячески бодрясь душой, ведь память о матери доставляла мне живейшую радость, постарался ему объяснить, что это профессиональное жульничество совсем не обязательно. Но чудо, его печаль отнюдь не была профессиональным жульничеством. Он много лет совершал для нее всякую работу и в самом деле расстроился, потеряв мою маму. И гроб был накрыт не черной тканью, а лиловой. Мне надо переписать слова погребальной службы. В ней есть места куда более мертвые, чем все те, над кем ее читают. Но при всех ее недостатках это самое прекрасное, что может прочесть человек. И священник не пробормотал ее наспех, как они обыкновенно это делают, а перед Баркером и мной, и мамой. Вот и весь его приход. Он прочел ее с глубоким и радостным чувством. В стене отворилась дверь, фиолетовый гроб торжественно вошел туда и скрылся. И дверца за ним затворилась. Люди думают, что это дверь в печь, но это не так. После службы я пошел за кулисы. И видел самое главное. Люди почему-то боятся на это смотреть. Это замечательное зрелище. Я увидел фиолетовый гроб перед следующей дверью, на этот раз и в самом деле в печь. Дверца поднялась, открылась простая маленькая каморка из цемента и огнеупорного кирпича. Ни жара, ни шума, ни ревотяги, ни топлива, ни пламени. Вид у нее был прохладный, чистенький, солнечный. Каждый бы туда вошел или сунул руку безбоязненно. Но вот фиолетовый гроб двинулся снова и вошел ногами вперед. И что же мы видим? Ноги таинственно вспыхнув, превратились в ленты чудесного гранатового пламени, живого и яркого. А когда туда вошел весь гроб, он весь загорелся огнем, и мама обратилась в прекрасное жаркое пламя. Дверца упала, и нам сказали, что если мы хотим посмотреть финал, нам нужно прийти часа через полтора. Я вспомнил высохшее тельце с удивительным лицом. И сказал, что это слишком долго. И мы ушли. А вот когда мы вернулись, конец показался нам гомерически смешным. Мы посмотрели в отверстие в полу и увидели там просторную кухню с цементным столом, над которым хлопотали два повара. Они держали в руках щипчики и деловито, ловко вытаскивали из аккуратненьких кучек маминого пепла гвозди и остатки металла от ручек гроба. Сама мама
которая в эту минуту стояла, наклонившись рядом со мной. Просто тряслась от смеха. Потом не смели ее в сито и просеяли. Осталась кучка косточек и кучка пыли, и мама, наклонившись, шепнула мне на ухо: интересно, в какой же из этих кучек я сама? Вот этим смешным происшествием все и кончилось. Осталось только измельчить кости и разбросать их по цветочной грядке. О, могила! Где же твоя победа? Так, покойной ночи, мой друг, вы, которые понимаете, что такое мать. Ну и все остальное. И пришла к выводу, что мне дорого всякое чувство. Любви, молодости, веры, чувство к детям, привязанность к своему детству, да тысячи всяких других. А еще я обожаю акробатов на проволоке и такую умственную акробатику, как ваша. Ох, дорогой мой, дорогой вы мой, мой дорогой. Все пути ведут к яме или к дверце в печь. Я очень угнетена. Но жизнь шла, и премьера «Пигмальона» была, наконец, назначена на апрель 1914 года. Я знаю себя и свои силы. Мне необходимо было на несколько дней уехать из Лондона. Я знала, что я стара для Элизы, и слышала. Кто же этого не слышал? Как Джо ведет себя на репетиции, как он беспощадно загоняет актеров насмерть, пока не добьется того, чего ему нужно. Мне нужно было себя как следует подготовить. Ну, кроме того, у меня были и личные причины исчезнуть из Лондона. Мой ежедневный визитер Джош Корнелис Уэст. Я чувствовала, что между нами начинается настоящая близость. Но встречаться с ним сейчас было так же вредно для спектакля, как и для моих отношений с Джоем. Нет, разумнее всего было поехать к морю одной, только в обществе горничной и собаки. Сообщить об этом Джою каким-нибудь мимоходом. Мне вынимали из-под ногтя занозу, он держал мою руку. Я воспользовалась этим поводом, чтобы начать письмо. Джой, вы были сами доброта. Если бы не держали мою руку, мне было куда больнее. Кстати, завтра я на несколько дней уезжаю в Сэндвич. Хочу побыть у моря одна, зарыться где-нибудь в песках, пока не начнется работа над ролью. Иначе где же мне обрести силу, выдержку и Элизу? Но у моря я должна быть одна. Моя самая любимая. Одиночество – великая вещь, но не тогда, когда ты один. Если бы я был с вами, я бы спрятал вас на груди, наговорил бы вам ласковых слов и заставил бы обо всем забыть одиночество. Когда я одинок, вы всегда со мной. А когда вы одиноки на берегу моря, где же быть мне? Можно мне приехать? Такое чудное письмо. Когда вы такой нежный, целый сон херувимов выглядывает из-под ваших пурпурно-черных крыльев. Мне трудно не любить вас больше, чем мне дозволено. Нет, скажите скорее что-нибудь обидное, это сразу приведет меня в чувство. Но, пожалуйста, не приезжайте. У моря я должна быть одна. Разве я мог оставаться в Лондоне теперь, когда она снова была прежней Стеллой?
Я уложил чемодан на вокзале, Виктории сел в первый же поезд и скоро уже бежал по пляжу к гостинице, распевая во весь голос. Стелла сидела на веранде, я незаметно к ней подошел. Стелла, звезда моя! Что вы? Господи! Что вы здесь делаете? Вы что, не получили моего письма? Я прошу вас сейчас же вернуться в Лондон. Ну, сейчас же. Прекрасно. Если не уедете вы, уеду я. Ну, кто-нибудь из нас должен вести себя по-джентльменски? Джой, я прошу. Ха, он не пожелал уехать. Вечером я увидела его за ужином, и, умирая от желания спать, выпроводил к нему в гостиницу, пообещав, что утром пойду с ним купаться. Но это была только хитрость. Когда он утром пришел с купальным костюмом и прочим, нас уже не было. Мы уехали, оставив горничной для него письмо. Когда вы это получите, меня уже не будет. Уехать должны были вы. Вам это путешествие далось бы легче, чем мне. Ну что ж, ступайте. Разлука женщины – это еще не светопредставление. Солнце светит, плавать – одно удовольствие, работать я люблю, моя душа вынесет одиночество. Но я глубоко, глубоко уязвлен. Фи, у вас нет характера, у вас нет интеллекта. Вы гонитесь за жизнью украдкой. А когда она оборачивается к вам и раскрывает свои объятия, вы спасаетесь от нее бегством. Ну и ступайте. Кислород, который исходит от шоу, сжигает ваши маленькие легкие. Найдите себе атмосферу подружнее, там вам будет легче дышать. И вы не любите. Нет, не любите. Любил я, а вы никогда не любили. И Джорджа вы не любите ничуть, как бы вы себя в этом не обманывали. И вы не выйдете замуж за Джорджа. В последнюю минуту вы или сбежите от него, или его у вас перебьет кто-нибудь посмелее. А вот я, если бы даже вы мне наскучили до остервенения, я бы скорее остался с вами в аду, чем нанес вам такой удар и бросил вас. Эх, да разве вам все это объяснишь? Эх. Вы можете вырвать струны из арфы Архангела, чтобы перевязать им свои покупки. Хватит! Довольно! Ах вы, бродяга! Ах вы, слепец! Вы нанизыватель слов, не способный понять обыкновенную женщину. Вы меня потеряли, потому что так и не нашли. Я вам сказала, я буду вести себя по-джентльменски, так себя и вела. А вы меня подавляете, раздувая себе кадило и твердя свое вечное я. Но вы же обещали. Чего вам было нужно? Устриц? Шампанского? Ну что ж, это путешествие мне все же кое-что дало. Я написал о нем пьесу. Действие первое входит, шоу Стелла говорит. Пойдемте завтра утром купаться до завтрака. Без четверти 8. Шоу, нет, лучше 8. Стелла, это поздно. Пожалуйста, без четверти 8. Шоу, пожалуйста, 8. Занавес, действие второе. Входит шоу, его встречает молоденькая горничная. Они уже уехали, сэр. Как? Сегодня? А я думал, что это будет завтра, горничная в публику. Какой обаятельный голос и улыбка этого старого кавалера. Это его совсем не трогает. А между тем, его это трогает, и все эти письма зря. Рана никогда не затянется. Разве вы не помните, когда официант принес мне имбирное пиво, он мне сказал, вы заплатили по счету, поэтому за пиво шиллинг. Я думал, вы догадаетесь, если я заплатила по счету, значит, я уезжаю. Кстати, я должна вам шиллинг. Джой. Джой. Неужели вы думаете, что мне было легко обидеть вас? К
когда-нибудь я вам кое-что расскажу. Вы все поймете. Не огорчайтесь, Джой. Не огорчайтесь. Ну, пожалуйста, 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 не огорчайтесь. Тридцать первое декабря 1913 года. Желаю вам в новом году позабавляться с луной, перецеловать все звезды и чувствовать, что весь мир лежит у ваших ног. Прошлый канун Нового года, да и раньше, у нас была вечность, красота, беспредельность, покой. Я думаю об этом с горьким отчаянием. Вы пробили во мне броню юмора. Убили гордое надуманное умение видеть во всем смешное, смеяться над всеми бедами. Если ваша роль в этом была мною выдумана, тогда я и в самом деле одинок, как Бог. Так будьте же мне верны в том, что выше всякой любви. И я прощу вас. Хотя бы вы мне изменяли во всем остальном. Прощу, благословляю, буду почитать и преклоняться. Стелла превыше всего. Этой вере я воздвигну храм свой. А теперь давайте послушаем звон новогодних колоколов. Вы на троне в голубом покрывале. Я же возносящий молитву, но не колено преклоненный, а выпрямившись во весь свой рост. Ибо ради вас я возношу свой голос ближе к небу. Джой, если бы я умела писать такие письма, я бы завела переписку с самим Господом Богом. И «Пигмалион» наконец репетируется. После долгих споров и ожиданий мы начали работать в феврале 1914 года в театре Его Величества с сэром Гербертом Бирбомом III в роли Хиггинса. Ну, жребий был брошен. Теперь надо быть умницей. Я буду скромна, как овечка, и такая послушная. Но сможет ли Джой сделать из меня то, что он хочет? Немножко побаиваюсь. А ведь нам было чего бояться. Стелле 49 лет. Она должна играть девчонку моложе 20, да еще и самого, что ни на есть, простонародье. Начиналась тяжелая рабочая пора. Стелла, напомню вам, ночь, моросит дождь. Вот здесь, это будет налево от вас, под аркой церкви Святого Павла несколько человек укрылись от дождя в ожидании машин после спектакля в опере. А вот здесь... Это будет направо от вас. Здесь находится профессор Хиггинс. Ну вот они тут все говорят. И среди всеобщего говора мы начинаем различать и ваш голос. Голос цветочницы Элизы. Чего это вы там свистите, а? Да-да, гнилая хряпа. Да-да, ходячая издевка над родной речью. Я могу сделать из тебя царицу савскую. Джой, ну вот во второй сцене чаепитие. И Лиза не может быть уж такой вульгарной, как вы сейчас от меня требовали. Ну, конечно. Поэтому я там и написала наполовину уличной девчонкой, а наполовину уже дамой. Только вы не вздумайте играть девчонку, которая изображает даму. Из этого ничего не получится. И потом, почему в последнее время вот так жеманно отворачивается? Это еще что за штучки? Штучки? Так мне нравится. То, что вы дали, Хиггинсу не может заполнить пауз. Но так же, как и ваши улыбочки. А по-вашему, я зачем дал ему яблоко? Джой, у Хиггинса между каждым куском проглоченного яблока и репликой пауза минут 5. Не могу же я удержать на своем лице осмысленное выражение. Так, улыбайся, отворачивайся. Ах, вот почему ваше лицо становится похожим на лопнувший бумажный кулек. Думаете, обижусь? Ничуть. Сейчас совершенно неинтересно знать, что вы думаете обо мне и моей бездарности. Давайте репетируем. Да, давайте пройдем-то сцену приема гостей. А то у нас она пока получается
как вставная клоунада. Это вы ее написали, как вставную клоунаду. Миссис Хиггинс спрашивает, как, по-вашему, будет дождь? Небольшое скопление облаков на запад от Британских островов медленно движется в восточном направлении, но значительных изменений состояний погоды пока не ожидается. Фредди хохочет, вот это да, ха-ха. Что это вы зубы-то скалите? Миссис Хиггинс спрашивает, я думаю, что больше уже не похолодает, и так все кругом больны гриппом. Да, говорят, моя тетка померла от гриппа. Эйнсфорд Хилл, неужели? Ну, я-то думаю, что они старушку пришили. Миссис Хиггинс пришили? Да, ну с чего бы ей помирать от гриппа? Только в прошлом году переболела дифтерией и встала, как встрепанная. А ведь даже посинела, вот как ее забрала. Все думали ей каюк, но папаша как стал ей лить в глотку джин полными поварешками, как вскочит, даже кусок ложки зубами отгрызла. С чего бы такой здоровенной бабе помирать от гриппа? И куда? Куда, скажите, делась ее новая соломенная шляпка? А? Ко мне должна была отойти, правда? Кто-то слямзил. А кто слямзил, тот и тетку пришел. А, это как пить дать. Значит, вы думаете, что вашу тетушку убили? А как же, ейные соседи кокнули по ее не то, что за шляпку, за ржавую булавку. Миссис Хиггинс говорит, все-таки напрасно ваш отец вливал ей в рот джин. Она могла бы захлебнуться. Она-то? Да джин для нее слаще материнского молока. И папаша мой столько этого джина себе в глотку влил, что узнай, какая от него польза. Правда, он не каждый день напивается. Эх, можно сказать, запоями. Стелла, Стелла, скажите это... Ну, скажите это еще изящно. А, хорошо. Правда, он не каждый день напивается. Можно сказать, запоями. Когда он бусой, он куда добрее. Запьет горько и потом... Стеклышко. Кажется, мне пора идти. До свидания, миссис Хиггинс. До свидания. До свидания, миссис Эйнсфорд. До свидания. Прощевайте. До свидания, говорит Фредди. Миссис Дулиттл, вы идете через парк. Можно я пойду с вами? Черта с два, я на такси поеду. Стелла, а все-таки получается. Да? Вот когда вы захотите... У вас всегда все получается. Чернок, мне кажется, все-таки не совсем все так. Ведь осталось-то 4 дня. Нет, вы поймите, что роль пока еще не выстроилась. Еще не хватает, социального протеста, отчаяния души. А вот пока все это не сольется вместе, я не поверю, что вы можете играть Элизу. Да и вообще, пьесы шоу. А я твердо убеждена, что получите кучу денег, да так и умрете, уверены, что гениальны вы, гениальна ваша пьеса. А уж кругом вас бездарность. Если у вас есть еще замечания, не будьте добры, передайте через режиссера. Репетиции кончились. Я люблю процесс работы, но я люблю и побеждать. Стелла, сегодня премьера. Возьмите в руки меч. Вы должны выиграть сражение. Джой, я выполню все ваши указания. Спасибо. Спасибо, что вы довели эту титаническую работу до конца. Ну, а теперь вперед. Джой. Стелла, вы покорили весь Лондон. Спектакль прошел как сон. Вы, Элиза, да еще такая. Это был для всех полной неожиданностью. Как смеялись, как смеялись. Но вы заметили, как смех и овации с каждым актом становились все громче, все восторженнее. Нет, ни одна премьера не приносила мне такого счастья. Спасибо, Стелла. Спасибо, Джой. Мы ждем вас на банкете.
Стелла! Стелла, разве вы не собираетесь быть в нашем обществе? Неужели вы поедете домой в такой день одна? Я поеду домой не одна. Я поеду с Джорджем. Он ждет меня в машине. С каким Джорджем? Джорджем Корнелис Уэст. В среду я вышла за него замуж.